Всем привет, с вами Крокус Синчма. Привет. Здорово. Сегодня мы продолжим играть в обновленную фазму, в рандомный проклятый кошмар, собственно. Поехали. Я готовность не прожал, да? Да. Пардунчик. Эчфилд. Посмотрим, что будет за призрак. Я все жду, когда будет демонюка, когда ты заходишь в дом, и сразу с тобой дверь скрывается. Но чё-то такого нету. То есть тебе денег много, да, дают, я так понимаю? Что ты готова умирать с порога уже? Нет, конечно, никогда не готова. Ой, шкатулочка, здрасте. По-моему, на кухне. Бабий глаз. Нет, второй этаж. А ты ее закрыть не можешь, да? Я могу кинуть ее. Нет, кинуть это по-варварски. Ой, 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 ой. А куда прятаться-то? О, она быстрая. Либо видит кого-то, либо быстрая. Я спряталась. Ну, тут нет мест. Я труп. Мы с тобой побежали, что ли? Не знаю, мне казалось, чума рядом со мной еще был. Видимо, казалось. Был. Да? А ты выжил? Да. А ты как выжил? Ты что же к этому шкафу бежал? Нет, я к шкафу не бежал, я бежал направо. Подсобку сразу. Жертвами. Нет, я проверить вначале шкафчики пытался. А ешь что ли это? Ну, что-то быстрое, да. Но он теряет скорость нигде, значит. Нет. Спидруина. Что-то я хочу в следующий дом пойти. Кажется, закончилось. Пойдемте в следующий дом. Мы два задания из трех, вернее, три задания из четырех выполнили. Пора бы уже честь знать все дела. Где шкатулка? Где ты ее хочу сфоткать? На втором этаже, по-моему, она закрылась. А почему три из четырех? Ну, угадайте призрака и два задания допника. Все, пойдем. Спидран, спидран. Мы типа сразу же в следующий поедем, да? Да, да. Выбрал Тае, все выбрали Тае. Да. Ехали. Но это явно не морой. Потому что только у меня просел рассудок, у вас не должен был просесть. Ну, у меня просел точно, я умер. Действительно. У меня его не осталось. А вот и разю. Это как? Возможно, что-то выпало из меня. Ну, ладно. Пошли туда на следующий рандомный кошмар. Закидывайте вещи. Закидывайте вещи, поехали. Погнали по коням. Правда, я в этом очень сомневаюсь, что из меня, потому что у меня фонарь Может был выключен. Может быть, мой фонарь рядом со шкатулкой работал. А, то есть ты... Не выключила. Надо было выключить, блин. Не, зачем? Нормально. Простите. Было хорошо. Было замечательно. Все вам понравилось? Понравилось. Угу. Чем сразу искать, да, место прятки? Я в восторге. О, я включу, иди отсюда. Нет. Иди куда-нибудь. Не включишь, я включу. Я не хочу знать, ой, блин, не хочу знать. Ой. Чего, ой-то, мы еще даже не дошли. Блин, у меня нет. У кого спички? У меня есть. Ну все, твой выход. Ох, блин. Фотик, куда призрака? А где прятаться? А, где-нибудь. Давайте импровизировать. Ой, ладно. Я буду в церкви прятаться. Там же, где вызовете? Да. Молодец. Моя школа. Школа быстрого трупа называется. Уйди отсюда. Да, бля. Ну как? Хорошо пошло. Больно. Ты что за призрак? Не знаю. Сейчас посмотрю на него. Мясник какой-то.
Это вроде не быстрый. То есть он был не быстрый, ты умерла в церкви? Ну ты, Катя. А чё он сразу начал атаку? Что-то я не понимаю. Вот я тоже не понимаю, почему. Или слишком сильно просаживает рассудок зажжения этих свечей, что на последнюю свечку вообще рассудка не остается. Скорее всего, так. Значит, надо кроме спичек брать еще флакончик. Зажгла три свечи. Закусила. Блин. Ну откуда же я знала, что тут будет еще такое? Ну я не знаю, где призрак обитает. Откуда начал-то он, Катя? В церкви, конечно же. Да, закончилось. Ладно, пойду я пока в крыло. А, у нас слева пока крыло. Пока ничего не вижу. Первый можно прятаться в палате. Да, там перевернутая кровать. Да, всегда можно. Нет, иногда она... Свет, что-то просто... вырубился. Не знаю, я в цирке. Ничего подозрительного, кстати, не вижу в этом крыле. Два ямка. А где? Это где? Ну, на выключатель. А какой? А, на щиток. Блин, ну щиток, это значит, она не факт, что там. Исключаем джина. Угу. Давай. И еще диагена. Угу. Ну и всех быстрых в целом. Тае, допустим. Состариться явно не успела. Ну да. Не Райдзю. Не факт, это электрик. А, начал в туалете. Каком? Ну, в туалете. В крыле? Да. Чё, ты уже начал? Кошмар. У меня и ЕМП, и радио. Закончу. А почему такая короткая атака? Не знаю. Мне казалось, здесь наоборот, она еще продлена дополнительно. Из-за того, большая зона. И должна быть проклятая, потому что мы же проклятый предмет использовали. В туалете здесь? Да. Атака. Ну хана, чё. Из туалета начал. Нет, уходи, да, прямо. Да я не вижу, блин, где. Я уперся в эту санину, которую кто-то поставил. Да, блядь, тут стул. Говняха. Все, он тебя увидел. Да я заметил. За тебя прям. Да, блядь, он тебя потерял. Нет. Потерял на секунду, да, но теперь уже нет. Нашел. И закончилась атака. Почему ты не могла сориентировать, если ты видела, что я уткнулся? Уже поздно. Я не поняла, как ты смог уткнуться в это. Да потому что, блин, я не вижу, когда ты стоишь. Это в приседе надо ходить, тогда ты видишь это все. Я уже 100 раз, кстати, это вспоминал, а просто сейчас забыл. Иди. Что по коридору надо всегда в приседе бегать, тогда ты видишь, во что ты упираешься. А если ты стоишь, то оно где-то внизу находится и нихрена не видать. Все, минус 2, если что. Я умер в первой комнате. В крыле. Мне кажется, у меня какие-то проблемы со скоростью, но я не понимаю, какие. Напомните, где туалет находится? Самое последнее почти. Да, она последняя перед спуском. По крылу если идти. Понял. Мы сегодня, по-моему, или когда мы там глюченную как раз поймали. Призрака. Сегодня. А, глюченного призрака? Ну, мы выйти не смогли в итоге. А, оттуда. Сегодня, да. Когда глючил. Всё. Чё ты шевелил? Я не вижу, что. Ну, в туалете я ничего не вижу, чтобы швырнуто было.
Атака идет. Атака идет? Интересно. Значит, он уже. Значит, близнец. Он начал возле меня. Фантом. Джереми. Еле-еле. Мираж. Кстати, он да, он не был шибко быстро. Может быть, благодаря этому я и успел это. Ну, телепортнуться только Мираж может. Да, Фантом, ты же сама говорила. Нет, Фантом так далеко не портуется. Банши. Она так далеко не пойдет. От своей комнаты. Ну, почему нет? По-моему, у нее что-то есть такое. Ну, не настолько. Банши, Вера запрещает далеко тэпаться. Начал в туалете. Нет, это Мираж, походу. Чума. Ну, то ли скорость обычная. Ну, точно не Райдю, он, по крайней мере, не ускорился на электрике. А где чума? Чума-то где? Не знаю, где-то в трейлере. От входа налево, там, где еще за шкафом прячемся. Там же негде прятаться. Как это? Есть. Все закрыто. За креслом? Угу. Уже началось, наверное, заново, не знаю. Да. Ну да, идет. Может, это обычная скорость? Ну, да. Закончилось. Закончилось. Ладно, давай в туалете постою, а ты пойдешь рядом с чумой. Заодно узнаем, реально телепортируется к нему или нет. Как? Я ее за руку поймаю? Ну, ты увидишь. Так чума сам скажет. Все, я за ним наблюдаю. Хорошо. Свет выключил. Рядом с ним свет выключил. Ну, значит, Мираж-то. Можно ехать. Призраки обычно так далеко не гостят даже, по-моему. Чёрт. Начал? Значит, не начал, но, блин, хоть косомнем. Он начал. Рядом с тобой начал аккуратно. Он сейчас в подсобке, где железные ровые шкафы. Кто ушел куда-то дальше? Я уверена на процентов 70, что это Мираж. Даже на 80. Что это не Банши, а именно Мираж. А что он начинает и рядом с чумой, и из своей комнаты. На всех остальных призраков не особо он похож. Ну, Мираж, значит, проверим сейчас соль. Где там можно спрятаться, как и в комнате? Первый. Нет, там не есть, буду надежным. Есть, он меня видел. Там нормальная кровать сейчас. Она не... Ну, она закрывает именно проход. Опять началось свое этого... Из туалета. Как
как же его кроет, ох, вы бы знали. Почему он кроет? Ну то я слышу шаги, то они ды-ды-ды-ды. На месте сразу несколько проскаки закончилось, можно идти. Блин, будет, конечно, забавно, если наступит на соль. Да нет, не может быть. Остановится, чертыхнется и дальше пойдет. Угу. Кучку обратно соберет. Опять начало с туалета. За все время он... А, нет, включил раковину. Или... Да, один раз наполнил грязную воду. Самой дальней грязная вода. Видишь? Нет. Не вижу слива. В этих двух есть слив, а в той нету. Закончилось. Чё ты все среди килем ходишь? А что могу? Где чума? Не знаю. Чума это где? Чем ясно. За что в первой палате прятаться? Там увидишь, там свет сразу будет светить. Видишь, там свет. Атака. Или нет? Да, атака. Так ты выключатель потерки. Я? Выключатель, хорошо. Ты что, как нуб какой-то. Действительно. Берешь и теркаешь выключатель. Ща, погодь. Не перещелкивается, наверное, атака идет. Закончилось. Да не идет никакая атака, ты что? Тебе все кажется. Это пятая палата, следующие туалеты. Атака. Нет. Господи. Это пугать-то. Ты, мне кажется, в итоге чуму пугаешь. Да, простите. Своими недоатаками. Начал. Блин. Где-то в другой комнате. Там, где чума хотел прятаться. Я опять когда-то выключил. Что такое-то? Ведь надо будет смотреть. Что-то у вас ничего не меняется тут. Угу. Опять зайдет. Все. Хана. Кому? Чуме? Мираж, да. Нет, я почти... Мираж! Я почти... Мираж, ставь мираж! Нет, 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 я почти... Почти сделали. Ошибся с комнатой. Печаль. А какая комната была, где я умер? Нет. Нет, нет, вот я как раз не дошел до нее. 77 рублей дали. Богатство. История. И сколько он раз использовал свою способность? Три раза. Три раза он телепортировался. И один раз сменил любимую комнату. Скотина. Еще комнату сменил, вот собака. На этом все. Да? Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудь поставить лайк, прокомментируй, конечно же, подпишись. Да. С вами была Крокус, Син и Чума. Всем пока. Счастливо. Пока.